Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон, и, ребята, как я говорил в предыдущей серии, сейчас мы прокачаем нашу команду до конца и выберем новую команду. Ребята, я извиняюсь, что нет веб-камеры, ну, я только что проснулся, как-то, знаете, не очень охота сидеть сонным и все такое, поэтому, ребята, без веб-камеры будет эта серия, можно и так сказать. Так, там у нас был шайни, да, но я его не словил, но это уже был тот шайни, который у нас уже есть. Так, ребята, давайте-ка мы сначала вот это все выложим в сундуки. Нужно, знаете, какой еще мод себе установить? На железные сундуки, на вот эти золотые сундуки, алмазные сундуки, потому что двойные сундуки у нас уже практически нифига не остается, да? То есть это уже по фулу. Вот эти все шапки. Но уже есть такие шапки, которые туда просто не залазят, потому что это другие какие-то шапки. Так, вот это. И, в принципе, вот смотрите, темки тоже тут одни есть, да? А тут уже другие. Поэтому, я не знаю, ребята, может действительно тот мод потом установить. Фиг его знать, посмотрим. Ну что, ребята, давайте прокачаем команду. Я так думаю, уже, ну ладно, давайте уже прокачаем с помощью Rare Candy. Вот. Давай, Ninetales, 58, 59, 60, один прокачанный, Плассл. Так, прокачанный, Экзекьютор. Еще раз, и еще раз, Свамперт. Давай, какой, 55, 56, 57, 58, 59, 60, Алтария. Ну, Алтарию более-менее так нужно. Какая-то там 55, 56, 57, 58, 59, 60. И сейчас Мамосвайн. Я не знаю, какой там Мамосвайн уровень. Еще посмотрим. Я не знаю. Да пофиг, и так уже. 53, 54, 55, 56, 57, 58. Эй, я уже, ребята, изучаю любые атаки, то есть, может, и хорошие там какие-то есть, но все равно, мы же уже его докачиваем и ставим в компьютер. Вот, ребята, еще 9 Rare Candy осталось. Давайте посмотрим, какие покемоны у нас уже прокачаны, да? Ninetales 60, Плассл, Экзекьютор, Свамперт, Алтария и Мамосвайн. Отлично. Вот у нас, ребята, еще одна прокачанная команда. Я не знаю, какая она по счету, если честно. Сейчас посмотрим. Если так считать, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это вроде седьмая, мне так кажется. Сейчас посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, это седьмая. Ребята, что я хочу сказать. Я заменил обычного Меганиума на шайни Меганиума. То есть я нашего 60 уровня Меганиума просто удалил и поставил шайни заместо него. И просто прокачал его с помощью Rare Candy с гейм-мода, потому что, в принципе, я просто взял и одного на другого заменил. Потому что я, ребята, так подумал, да, сначала мы прокачали обычного Меганиума, да, но потом, как бы мы его прокачали в первой команде или какой там, во второй команде. Мы его прокачали, и после этого мы словили еще шайни вот это Меганиума, ну... Чикуриту, вроде первой Люци или кого там, Шайни. И поэтому я так думал, ну зачем мы будем еще прокачивать еще одного такого же покемона, только Шайни. То есть одно и то же, просто Шайни покемон и все. Поэтому я решил, обычного мы удаляем, а заменяем его на Шайни покемона. То есть то же самое, просто мы его заменяем на Шайни. Также у нас был Фиров обычный, но я его тоже прокачал к 60 уровню и заменил обычного Фирова на Шайни Фирова. И сейчас у нас на две ячейки в этом в компьютере стало больше, потому что я заменил Фирова на Шайни, а обычного удалил. И также Меганиума на Шайни Меганиума, и обычного удалил. Также, ребята, я нашел Винаута. Вот, я немного походил. Удалил как там Вобифут или как он там называется, его я удалил. Ну что, ребята, давайте выбираем нашу третью, какую третью, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, восьмую команду. Но сначала давайте мы эту выложим сюда. Вот она, ребята, и прокачанная. Отлично. Ну что, ребята, давайте берем огненный. У нас есть Синдаквилл и у нас есть Ларвеста, но я беру Ларвесту. Потом у нас идет электрический. Электрический у нас будет... можно Майнуна взять. Но давайте Шайни по Чирису.
Потом травяной. Че, ребята, посмотрю, кого можно травяного взять. Ну давайте Белспрута. Потом, кто у нас водный? Водный. Вайлмера, как я говорил, так сюда. Потом летающий Багона возьмем, то есть Соломенц. И дополнительный еще, ребята, нужно посмотреть, кто у нас будет дополнительный. Ну давайте возьмем Катерпи, пофиг. Катерпи у нас же жук, то есть, можно сказать, дополнительный, да? Отлично, вот у нас, ребята, еще одна команда. Так, сейчас, кого мы первого будем качать? Первого мы будем качать по Черису. На острове же. Да ты ж... По Черису. Да почему оно... вот так. Отлично. Ну что, ребята, давайте... Сколько мы можем тема купить? Сейчас давайте посмотрим, какие нам нужны. Флейм тот. Флейм Тровер. Потом... Thunderbolt это 10 алмазов, потом Energy Ball это 15 алмазов, потом 20 алмазов. Ну, давайте на Багона, я не знаю, будем ли что-то покупать или нет. Думаю, пока что нет. Поэтому давайте, ребята, сразу купим 4 ТМ-ки. В этой команде у нас, ребята, нету какого-то большого уровня, сразу прокачиваем она, да, как у нас там был сразу Пилосвайн, какой-то там 40-й уровень. Поэтому я не знаю. Эртюик. Это, ну. Тандер, Айсбим, Shadow Ball. Давайте вот это еще возьмем. И Energy Ball возьмем. Или я взял. Твою я Solar Beam взял. А что нам нужно? Что я хотел, точнее. Это у нас есть. Thunderball у нас есть. Energy Ball у нас есть. Нам нужно на Вайлмера что-то купить. Сурф или... Тогда давайте-ка мы сделаем левелбол. Сделаем вот так, да и все. Потом попродаем то, что у нас есть. Давайте вот это купим. Так, ну что, или давайте на Белспроута Solar Beam поставим. Или фиг его знает, ща. Ща, Ларвеста. Ларвеста изучила. По Черису изучил. Теперь Energy Ball вместо изучил. И Вайлмер Сурф вместо изучил. Solar Beam, я не знаю, давайте посмотрим. Белспроут, нормально ли вот это? В принципе, да, офигенная, но если у нас есть Energy Ball, пускай будет. Отлично. Вот, ребята, есть еще одна команда. У тебя 29 уровня мы не убьем. Даже лучше не стараться. Это кто у нас? Он в земле, да? Ну, давайте, ребята, поспим. Не нападай. Фух. Поспим. Идем, ребята, прокачивать. Ща, я не знаю, если у нас... Кого нам сейчас нужно словить, я, если честно, уже не помню. А, точно, вот кого у нас не хватает, это Крайогонала, но на него нужно найти специальный биом, который я еще пока что не нашел. Так, что нам нужно? Я пока что не знаю, ребята. Может, орбы нафиг попродавать и купить себе... Ну, ультрабол у нас есть, может, парочку себе даскболов купить. Давайте возьмем половину вот этого, половину вот этого, половину вот этого, 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 этого. Ну, в принципе, пока что хватит. Ребята, знаете что? Наверное, давайте в следующей серии или еще в следующей. Ну или когда, я не знаю. Но давайте, ребята, мы уже в одну серию 5 фусилов очистим и воскресим, да, и потом позаменяем, потому что у нас вроде там 3 Арчана еще или сколько. Это реально дофига. Так. 3 Арчана нам нафиг не нужно.
И мы их просто позаменяем, как мы это делали. 5 алмазов в гейммод-то даем, да, и берем себе другой фосил. Так, сюда. И где у нас орбы? Вот. Ну, за орбы более-менее так нормально. Ну, просто действительно, зачем нам столько орбов, да, если они нам не пригодятся? Так. Отлично. Ну что, ребята, потопали. Потопали, потопали, потопали на остров, мне так кажется. По Черису 5 уровень, но я думаю, что ты потянешь хотя бы там каких-то 15-х. Минус 840, 65, 1412, правильно? Ну, правильно, уже на память. Так, ща, попью. Знаете, просто в горле немного чего-то. Так, это Басяндра, но его мы, походу, не убьем. И это кто? Арон, ну понятно. Не на острове, не в море, а именно в море под шахтой. Понятно. Пятый уровень, если убьет 20-го, будет вообще офигенно. Твою мать. Ладно. Ну, Белспрут-то тебя зафигачит, это 100%. Так, о, уже парочку уровней. Вылечим и пойдем. Сначала нужно по Черису прокачать. Это такой стандартный вариант. Вот, на таких 14 уровнях. Хотя бы поднять к 6-му, 7-му где-то. Нифига себе. О, уже Катерпи эволюционирует. Давай. Метанг. Катерпи, Катерпи. Самый начальный покемон, который только может быть. Но все же прокачать его нужно. Также у нас там Кукона есть, или как она там называется. Так, Тебя я даже не знаю, сможем ли мы убить. О, смогли, офигеть. Так, вылечим опять, чтобы были жизни полные. И пойдем, например, на вот этого Крабби. Отлично. Уже с двух ударов. Ну, по 3-4 уровня сразу так идет. Так, кого? Ну, с 40 уровня мы еще точно не убьем. 47 тоже. Зато 17 убьем. А потом, ребята, можно также будет пойти в эти, как его, в горы, на бишарпов, 24 уровень, фиг его знает, ну да, фиг его знает, сможем ли мы его убить, офигеть, ну, о, точно, я же забыл, у нас есть Вайлмер. Так, кто? Уже и метапод, а не метанг. А почему я метанг сказал? То есть, когда Катерпи эволюционировал, я сказал метанг. Фиг его знает, наверное, про метанга думал. Или что такое, или просто всплыл бесячий покемон, который толком ловиться не хочет. Метапод, какой нафиг метанг? Так, вылечимся и пошли дальше. Ну, таких мы больших еще не поубиваем, а вот таких 25-х уже практически... Ты, нифига себе ты стукнул! Так, опять вылечим. Что-то он как-то убил с одного удара. Так, отлично. Ну, тебя мы 100% не убьем. Нужно еще хотя бы уровней так 10 поднять, чтобы таких убивать. Так, вот. Speed stats, это нам не нужно. Sleep powder. Poison powder, confusion. Stun, sleep. Stun, sleep. Давайте так. И вот так, отлично. Это Арон. А, Крабби, нифига себе, я что-то как-то... Ух! Ух, нихрена себе, 60 уровень. Ладно, давай... Нет, еще не можем убежать. Так. А, ладно. Ладно. Этого мы не убьем 60 уровня.
и Багоном 100% не убьем. Да. Ну. Да почти что убили, ну чё ты прикалываешься? И чё, он уже пропал? Нет, не пропал, а где он? Вот ты, зараза. Да ты чё прикалываешься, да... Иди ты в жопень, слушай, 60 уровень. Я все понимаю, но... Ладно, убивай уже. Иди нафиг. Мы бы тебя убили, но если бы ты нас с одного удара не убивал, было бы вообще замечательно. Так, ну ща мы прокачаемся еще немного. Еще с одного удара не убиваем, но почти. Нет, не вот это, давайте, я не знаю. Давайте Вайлмером. Хотя Вайлмером это тупо, да? Водный против этого электрического. Так. Опа! Белспроут эволюционирует. Давай. Уже сколько у нас было? Катерпи в Метапода, потом в Баттерфри, сейчас Белспроут. Тоже эволюционирует. То есть это уже третья эволюция. Weeping Bell. Так, ну что, дальше? Так, нет, сначала вылечить. И по Чирису 19 уровень. Нам, конечно, еще на бишарпов очень рано идти. То есть, очень рано. Они там 60 уровни. То есть мы вообще там никак их не убьем. Вот 36 уровня мы еще даже не убиваем. Так. Но практически уже убиваем. Mm-hmm. 18 уже с одного удара убиваем, да? Дальше. И вот. 30. Ну, 30 нужно постараться. Ладно. Випинабл, давай ты. Если Бочериса умирает, тогда Випинбелл идет. Это кто? Мэджикарп. Мэджикарпа мы убьем, но если он где-то... Вот он, я его вижу. О, еще и попали. Убили. Отлично. Еще и выпало алмазик какие-то. Так, ну что, давайте покушаем. И пойдем, ребята, дальше прокачивать. Так, ну, сейчас попробуем Кингера убить. То есть вот таких мы уже убиваем с одного, ну, с одного нет, с двух ударов. Убьем, уже убьем. Конечно, если он нас быстрее не убьет, то мы его убьем. А, ух, 49 уровень. Если он нас не ударит, то убьем. Убили, отлично. 6000 опыта, нифига себе. Ладно. Ладно. Это кто там? Эконс. О, Эконса давайте попробуем Ларвеста убить. Ну, хотя Ларвеста 16 уровень, это, конечно, не очень. Но... Краузи. Он тоже небольшой. Хотя, чуть-чуть намного больше, чем мы, можно и так сказать. У нас же Эконс тоже есть, да? Тут, точнее, мы его уже прокачали, и там был Шани Арбук. Так, давайте тогда Багона сейчас попробуем. Добьем, если получится. Отлично. Так. Так, о, как раз на тебе, Багоша. А, пока что еще не можешь, понятно. Ну что, ребята, вылечим и дальше. По Чирису уже большой уровень. Эти чудаки опять в бою. Вот таких 45-х мы еще вряд ли убьем, конечно. Вряд ли, очень вряд ли. Очень вряд ли.
Ну, шелдеров еще поубиваем немного. О, нифига себе, можно бросать. Ну, попробуем. Да, лучше бы не пробовали. Вряд ли мы его убьем. Да. А, Ларвеста. Ну, ты точно его не убьешь. Ну, твою ж. Убегай, 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 пока можешь. Да, полезли мы, конечно, на большого уровня. Так, ты тоже там ничего толком не имел, никаких покемонов этого убили. Тотодайлы, глумы. Давайте-ка мы лучше по Чирису возьмем. Отлично. Так, ну что, ребята, сейчас давайте еще хотя бы ее прокачаем, ну, к 40-му, или там сразу к 50-му, да, так как мы, в принципе, делали. Пока мы прокачаем ее к 50-му, потом уже остальные будут. It may confuse target. Я даже не знаю, ребята, тут куча всяких poison. Так, tackle, 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 sleep. Да пофиг, давайте вот это. Так. А, поэтому, ребята, давайте сразу прокачаем. К 50-му сразу. А потом, как мы уже прокачаем ее к 50-му, то остальные уже тоже там будут где-то 30-й уровень. Около 30-го. Даже 35-й. Поэтому нужно их тоже прокачать. Потом, когда уже... по Чирису будет 50-й. И потом можно будет на бишарпов пойти. Но на бишарпов нужно будет идти вот этой ларвестой. Да, потому что там огненные офигенные. С одного удара мы убивали. Кем мы там убивали, я уже не помню. Кто у нас был в предыдущей команде? Панита? Или нет? Так, ну что, 32-й. Сейчас еще где-то уровней так. У, Басяндра. Нифига себе. Эх, вот тут, конечно, боссы. Ник, ты что, прикалываете, что ли? Да, 50-й уровень не спавнится, нормально, пофиг. Да, ладно. Ух, прям ты очень напасть хотел, я вижу. Да, 50-й уровень, это еще, конечно, рано. Так. Зато такие уже нет. Это... Ух, да ты ж 40-й уровень тоже. Хотя... Не, 40-го уровня мы уже убиваем, ребята. Вот дойди-ка ты сюда. Только не убей, пожалуйста. Отлично. Так. А сейчас. Так. Попробуем, может. О! Сейчас-то мы тебя уже убьем. Так, отлично. Чтобы выкинуть, что тут мешает. Это можно. Потопали, ребята, дальше. Это кто? Гулди, но он очень далеко и очень быстро плавает. О, Зоруарк, нифига себе. А вот ты. Нужно было вылечиться сначала. Так, а, только один. Ладно. Кто тут еще есть водный? Почрису 34-й. Офигенно. Фух. Ну что, ребята, я говорю, давайте прокачаем ее к 50-му на этом острове. После того, как мы прокачаем ее к 50-му, идем, наверное, на Павниардов с Ларвеста ее прокачать.
а потом уже на бишарпов. И на бишарпов, смотрите, мы и алюминий выбиваем, мы и из железа выбиваем, тем самым мы можем выбить это все, а потом еще и продать. Или себе оставить, пофиг. Еще один зурарк, нифига себе. Так. Там еще босс. Но кто? Да ты убей ты уже его. Наконец-то. Так. Ну, Гул'дин. Даже Гул'дин просто уплыла в другое место. Да не Персин, какой Персин? Его мы убьем тоже, но... Давайте Ларвеста и добьем. Ларвест... да не... А хотя отлично, еще и Баттерфри добили. Так. Давай, 36 уровень уже. Уже, ребята, большой уровень, можно и так сказать. Ну, да не ты, а вот ты. Ну, чё ты нападаешь-то так не вовремя? 49-й, ух, чё-то мне кажется, что... Как-то мы его не потянем. Ладно. Да, его мы не потянем, ребята. Это уже слишком большой уровень, 50-й. Поэтому не будем на него больше нападать. Давайте лучше вот этих пока что поубиваем. С них более-менее нормально опыта падает, чтобы прокачать еще немного по черису. 36-й, почти 37-й. Ну ты большой уровень. Но давай попробуем с одного удара. Все, только один. Ладно, так. Ну понятно, как без тебя. Как без тебя? Без тебя ни одну серию. Чтобы ты не заспанился, а? Так, а это кто? Мяу. Ну, мяутишка, ты где? Тебя тоже можно. Где ты? Вот ты, сейчас мы тебе зафигачим. С двух ударов. Так, еще и орб. Отлично. Продать уже можно. Уже можно. То есть раньше нельзя же было, а сейчас можно. Ребята, я не знаю, как мы будем ловить всех легендарных, то есть. Ну, твою ж. Нам же не хватает Райквазы. А Райкваза еще, наверное, похуже спавнится, чем тот же Гроудон, мне так кажется. Поэтому я даже, ребята, не знаю. Нужно будет сидеть, наверное, в том биоме днем и ночью. Хотя днем нет, потому... днем нет, потому что вот днем не спавнится она. Нужно будет... Да ты что, прикалываешься, что ли? Во, наконец-то. Нужно будет ночью, ребята, там сидеть, выжидать, пока Райкваза заспавнится. Во, это уже другое дело пошло. Это уже по черису разогнался. Разогналась, наверное. Фиг его знает. Нет, разогнался. У него же мужской пол, но все же в общем. По черису, как. Не знаю. Так. Давай, не умирай, пожалуйста. Не нужно умирать. Еще чуть-чуть. Еще один удар, не умирай. Отлично, 3000 опыта. Так. Дальше. Дальше. А, ладно. Эти чурки между собой. Вот. Что, ребята, я так думаю, сейчас уже можно будет заканчивать серию. Если успеем, то еще по черису может к 42-му прокачать, если получится. И вот так, отлично. Хотя вряд ли, но... Хотя нет, смотрите, если мы вот сейчас этих поубиваем, 39-х уровней...
Ух, мы уже их с двух ударов убиваем. Так. Этого тоже. О, да не, она уже... Он почлиц, он, допустим, он будет. Он уже 41 с половиной и сейчас 42. Нет, еще не 42. А сейчас... Уже 42. О, там босс, нифига себе какой большой. Но... За ним еще летать нужно, а мы пока что летать не можем. Багон пока что у нас еще не летает. Так. Отлично. Убили. Убили. Дальше. Быстро, быстро, быстро. Может, даже еще до конца серии успеем прокачать. Успеем прокачать по Чирису. К 45-му. Может. Так. И еще раз. И еще раз. Ты что, прикалываешься, что ли? И еще раз. Отлично. Шалдер. Ух, Бластойз. Ну, Бластойз это понятно. У нас жизни там по через только толком жизни, да, не было? Во, отлично. Вот и добили мы их. Успеем, ребята. Успеем или не успеем прокачать по Чирису 45-му до конца серии. И 44. А, успеем. То есть тут еще пару вот таких больших уровней осталось, да и все. 44-й. За одну серию мы практически прокачаем к 50-му уровню. У тебя столько ударов, я даже не знаю, что тебе изучать. Так. 50 уже 45-й. За одну серию мы по Чирису прокачали 40 уровней, ровно. Он был с 5-м, сейчас уже 45-й. Сейчас еще вот этих двух убьем. 46-й. Так как эти большие уровни, такие с 50-й уровней, можно убить. Еще вот этого. Этого. Этого с двух ударов, ладно. Отлично. 47-й. Нифига. Это, а кто? Кто? Эк, а ну понятно. Кто же еще, да? Эконс у нас уже есть, ребята. Уж, а это тогда кто? Ну, Старли, это там в воде. Мы не будем ловить Эконса. Зачем? Если у нас уже есть, и есть. Плюс к тому уже прокачанный, то есть уже 60 уровень, арбок там у нас есть. Зачем ловить еще одного Эконса? Быстренько давайте. Отлично. И все. Ну давайте еще вот этого Кингера. И все, больше больших. Ну там еще есть, ну ладно, давайте домой. 47 уровень, Ларвеста 28, Випинбелл 33, Вайлмер 30, Багон 27, Баттерфри 29. Мы офигенно сколько уровней прокачали в нашей команде. Поэтому, ребята, давайте уже на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забываем, ребята. Хотя нет, не забываем. Это же уже вторая серия за сегодня. То есть, как было сказано, если на первой серии набирается 120 лайков там за пару часов, то еще одна серия выходит в этот же день, ну как бы через пару там часов, только вечером. На этом, ребята, давайте закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.